2 400 000 000 000 тенге потратят на строительство новых школ в Казахстане. Такие данные озвучили в правительстве, отметив, что всего должны построить 369 современных учебных заведений на 740 тысяч ученических мест. 205 в городах и 164 в селах. В 2024 году завершат 217 зданий, еще 152 в планах на 2025 год. Напомню, в сентябре прошлого года глава государства поручил разработать и реализовать национальный проект «Комфортная школа» для того, чтобы исключить трехсменное обучение и дефицит ученических мест. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что у каждого казахстанского школьника должны быть достойные условия для обучения и всестороннего развития.